В матче, который для сборной Кот-д'Ивуара складывался очень сложно. Африканцы дважды уступали в счете, но выиграли. Ну и вот сейчас счет у нас открыт, как-то играючи и неспешно. Лукас Пиазон забивает первый гол в этом матче. 1-0 впереди сборная Бразилии. 11-й номер бразильской сборной отличился не на 11-й минуте, а на 8-й. Ликует бразильская торсида. И как-то легко сложилась эта комбинация результативная для южноамериканской команды, которая приехала на этот турнир в ранге чемпиона своего континента. Все гениальное просто. Передача в разрез по центру, провал обороны сборной Кот-д'Ивуара в этой зоне, и Лукас Пиазон открывает счет.